Такие классные товары вы увидите в этом видео, а те, кто досмотрит видео до конца, примут участие в конкурсе. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я подобрал для вас 20 товаров для дома, которые вам пригодятся и придадут изюминки с сайта AliExpress. Все ссылочки на товары и на видео, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. Смотрите видео до конца, так вы сможете принять участие в конкурсе. Приятного просмотра! Первым товаром у нас сегодня будет солнечные светильники для газона. Светодиодные солнечные светильники станут отличным декором вашего сада или дворика. Милые и аккуратные, они создают уютную атмосферу, превращая приусадебную территорию в настоящую сказку. Светильники оснащены солнечными батареями. Заряжаясь 6 часов на протяжении дня, они работают более 10 часов в темное время суток. Также можно использовать пальчиковую батарейку, которая обеспечит работу светильника независимо от наличия солнечного света. Двойная скрытая розетка с алюминиевой панелью предназначена для подключения электроприборов к силовой электрической сети. Устанавливается на ровные поверхности – стол, столешницы, напольные покрытия, заливки в бетон, стойки и тому подобное. При помощи розеточного модуля вы сможете разместить розетки таким образом, чтобы при необходимости обеспечить себе быстрый доступ к ним, а в остальное время, чтобы изделия были скрытно и надежно защищены. Для монтажа блоков предусмотрены специальные пластиковые коробки. Они поставляются с защитными крышками для удобства. Мягкие, недорогие коврики. Они, несомненно, преобразят и добавят уюта любой комнате. Коврик может служить как изящным элементом декора, так и отличной игровой площадкой для ваших детей. Очень мягкий ворс, высокое качество японских материалов, практичность и абсолютная безопасность сочетаются в современном коврике. Благодаря высококачественным материалам мягкий коврик имеет высокую износостойкость. При правильном и своевременном уходе ковер будет радовать вас долгие годы. Есть множество цветов расцветки. Ковер не требует сверхусилий для ухода. Картины из искусственных цветов. Необычная 3D-картина из искусственных растений станет оригинальным украшением вашего дома. Благодаря высокому качеству материала и исполнения, растения выглядят как живые. Яркая композиция будет радовать глаз независимо от времени года и условий, в которых они находятся. Несомненный плюс искусственных растений заключается в том, что они практически не требуют ухода. Достаточно лишь время от времени смахивать с них пыль. Солнечный гриль барбекю, который позволяет приготовить еду без огня при помощи солнечного света. Этот гриль даст возможность приготовить стейк, курицу, рыбу, овощные блюда без разжигания костров, применения газовых баллонов для барбекю, потому что он использует энергию солнца. Устройство солнечного гриля просто. Он имеет отполированные до зеркальной поверхности изогнутые рефлекторы, которые перенаправляют солнечный свет на поверхность для жарки. Солнечный гриль совершенно безопасен, не вызывает возгораний, возможных при использовании газовых баллонов и костров, а также исключает пригорание пищи. Зарядные устройства сразу для нескольких гаджетов. Качественное зарядное устройство на 8 USB портов может зарядить любое устройство, которое работает от USB. Ток зарядки от 0,5 ампера до 2,1 ампера обеспечит любые ваши потребности. Устройство оснащено автоматической стабилизацией напряжения и защитой от короткого замыкания. Сетевая вилка европейская для российских розеток. На индикаторе можно легко отследить параметры зарядки. Переходник-термометр для лейки душа с датчиком сигнала тревоги. Незаменимый аксессуар для безопасности ваших детей. Напор воды, как известно, вещь непостоянная, и отвлекшись на секунду, можно оставить ребенка с ожогом на всю жизнь. Поэтому рекомендуется простой и недорогой аксессуар с батарейками в комплекте. Температура будет постоянно обновляться, чтобы вы были уверены, что он не сломался. Он постоянно проверяет температуру и загорается лампочкой, говоря о том, что температура высокая. Оригинальная люстра. В черных металлических плафонах закреплены мощные лампы Эдисона. Свечение их нитей накала наполняет пространство уникальными желтыми отблесками, а изогнутая арматура оставляет на потолке замысловатый узор теней. Будет хорошо смотреться в кафе, барах, ресторанах, а также в квартирах и частных домах, оформленных в стиле лофт и в современном стиле. Люстра имеет такие габариты. Высота 20 см, длина 120 см, ширина 67 см и есть на 6 и 8 ламп.
Wi-Fi Repeater – это компактный усилитель беспроводного сигнала. Устройство создано для использования совместно с маршрутизаторами для обеспечения увеличения зоны покрытия. Repeater отличается миниатюрными габаритами, что позволяет легко носить его с собой повсюду и брать в поездки, и обеспечивает скорость соединения до 150 мегабит в секунду. Он максимально прост в установке и настройке. Все, что вам нужно, подключить его к USB-разъему, после чего он автоматически синхронизируется и будет готов к работе. Подвесная полочка. Простые деревянные полки на веревке или канате помогут не только рационально организовать пространство, но и украсить комнату изделием ручной работы, придать эксклюзивность и особый шарм. Такие полки великолепно впишутся в эко-стиль и в стиль кантри. Подойдут и к минималистическим интерьерам, и к лофт-помещениям. Если вы любите путешествовать и привозить разнообразные сувениры, выстраивать декоративные композиции к праздникам, например, сказочные деревни к Новому году, то они будут великолепно смотреться на оригинальной полке. Многофункциональная кухонная подставка. Надоело разогревать микроволновки на одной тарелке? Еда после праздника не помещается на полках в холодильнике? Некуда поставить горячий чайник? Тогда вам срочно нужна эта складная многофункциональная подставка. Установив тарелку с едой в микроволновку, просто подставьте поверх подставку. Теперь на этой площадке можно подогреть что-нибудь еще, одновременно с первым блюдом. Вдобавок, эта подставка может использоваться как держатель горячего. Переверните ее, и ножки подставки превратятся в удобные ручки для переноски только что подогретого блюда. Контейнеры для приправ на магнитной подставке. Совмещают в себе практичность и стиль. Специи сохраняют свою ароматную свежесть и всегда под рукой. Благодаря своей магнитной подставке баночки можно разместить под любым углом и в любом удобном месте. Набор очень компактен и не занимает много места на вашей кухне. Для вашего удобства сверху каждой баночки имеются прозрачные окошко, с помощью которого можно легко определить ее содержимое. И что немаловажно, функциональная крышка банки позволяет выбрать размер отверстия, через которое высыпаются специи. Надежный и чувствительный настенно-потолочный детектор угарного газа предназначен для раннего оповещения о наличии в воздухе монооксида углерода, то есть угарного газа CO. Снабжен LCD-дисплеем, отображающим наличие и количество угарного газа в воздухе. Имеет два светодиодных индикатора и звуковую сирену мощностью 85 дБ, издающую громкий предупреждающий сигнал при превышении концентрации CO, сверхдопустимых для человека норм. Рекомендован для использования как в жилых, так и в небольших производственных помещениях. Соответствует европейскому стандарту. Лучший инструмент для праздника – винтовой штопор. Это удобный винтовой штопор, который позволит вам насладиться бокалом хорошего вина без лишних хлопот. Большой поворот ручки делает открытие винных бутылок легче. Достаточно всего несколько раз провернуть по часовой стрелке, и пробка выйдет из бутылки. Гладкое покрытие штопора предотвращает повреждение пробки, а оптимальный размер горлышка подходит как для широких, так и для узких пробок. Инструмент оснащен центрирующим кольцом, чтобы спираль не отклонялась от центра пробки. Также штопор легко очищается в посудомоечной машине. Зарядное устройство для аккумуляторов может одновременно заряжать аккумуляторы различного типа, размера и различной емкости. После того, как зарядка аккумулятора завершится, зарядное устройство автоматически переключается на зарядку минимальным зарядным током. Благодаря этому аккумулятор сохраняет оптимальную емкость. Зарядное устройство также включает контроль перегрева, который защищает само зарядное устройство и аккумуляторы от перегрева и имеет функцию восстановления глубоко заряженных аккумуляторов. Салфетки для защиты белья от окрашивания при стирке. Одноразовые салфетки предотвращают окрашивание цветного и белого белья во время стирки, защищают от линьки и появления серого оттенка. Содержат специальные компоненты, которые действуют по принципу ловушки, притягивая лишние красители цветного белья и не допуская нежелательного окрашивания во время смешанной стирки. Цвета тканей остаются насыщенными, белое белье сохраняет белизну. Салфетка эффективно абсорбирует лишние красители цветного белья по принципу взаимодействия положительно и отрицательно заряженных ионов. Меламиновая губка – хит чистящих средств. С легкостью очищает стойкие загрязнения практически с любых твердых поверхностей. Оргтехники, пластика, кафеля, ванны и раковины. Без труда стирает следы от обуви, ручки, маркера. Безопасно для рук и кожи. Губка используется только с водой. В чем есть два положительных аспекта. Вы сокращаете общие затраты на уборку и избавляетесь от необходимости распылять химические средства в помещениях. Суперэффективный робот для сухой и влажной чистки с сенсором пыли.
Робот-пылесос выполняет качественную уборку помещений большой площади до 80 квадратных метров, а также обеззараживает любые напольные покрытия при помощи ультрафиолетовой лампы. От аналогов отличается высоким качеством и скоростью уборки, а также простотой настройки, практически не натыкается на мебель и не пропускает ни пылинки благодаря инновационной системе датчиков. Комплектуется виртуальной стеной и пультом дистанционного управления. Но это еще не все. При желании вы можете заказать яркий фотопринт, который украсит верхнюю панель робота и придаст ему индивидуальный стиль. Для стирки очень мягких и деликатных вещей в машине можно использовать специальные мешки наподобие этих. Белье кладется в этот мешок, закрывается на молнию и стирается прямо в нем. Благодаря специальному материалу мешок не мешает проникновению воды и моющих средств, но при этом сохраняет их в целостности, предохраняет от зацепок и растягивания, исключает попадание мелких вещей и элементов одежды в механизм машины. Мобильная, настольная, безопасная и легкая настольная лампа, в которой 14 светодиодов, имеет 3 режима яркости основного света, плюс дополнительный мягкий свет у основания, не только отлично подсвечивает место для работы или учебы, но и превосходно впишется в дизайн офиса, гостиной, спальни или другой комнаты. Встроенный аккумулятор позволяет использовать лампу там, где это необходимо, не привязываясь к розетке. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Условия конкурса простые. Нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что вы уже купили для своего дома из Китая. Если вам нравятся мои видео, то нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик. Так вы будете получать новые выпуски, самые первые. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!